Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики канала, гости канала. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Меня зовут Елена. Сегодня я вам хочу показать мастер-класс по вязанию вот такого красивого ажурного мотива. И также покажу, каким образом вязать тело юбки. Будем вязать вместе. Я подготовила для вас подробный мастер-класс по вязанию вот этого красивого мотива. Мотив связан крючком, юбка связана полностью крючком, который увидите на фото. Таким образом выглядит лицевая сторона мотива и изнаночная. Я еще не публиковала на своем канале юбки. Вот это первая модель, которая мне понравилась. И я хочу ее вам показать, каким образом она вяжется, рассказать. И если данная модель юбки вам понравилась, то вы можете выразить свое мнение, поставить пальчики вверх, лайки. И если юбка наберет большое количество лайков, я сделаю на эту юбку полный мастер-класс, каким образом вязать юбку от начала и до конца. Но для этого должно быть достаточно количество желающих, которые присоединятся и будут вязать вместе со мной. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых мастер-классов, а также принимать участие в голосовании, так как голосование за выбор моделей, на которые будут организованы подробные мастер-классы, могут принять участие только подписчики канала. И если у вас включен колокольчик, иначе вы можете пропустить этап голосования и выбор моделей. Сейчас я вам хочу показать пряжу и рассказать о пряже, из которой я вязала вот этот образец. Это пряжа Bella Batik, торговая марка Alize, производство, страна производства Турция. Метраж у пряжи 50 грамм 180 метров. Пряжа секционного окрашивания. У нее очень красивые есть варианты цветов. Цвета сочетаются между собой грамотным и красивым способом. Карту цветов вы можете посмотреть, если пройдете по ссылкам в описании под видео в инфобоксе. Там я размещу пряжу, которую я рекомендую для вязания данной модели юбки. Я сделала для вас специальную подборочку, и вы можете уже по своему усмотрению и желанию подобрать для себя пряжу, которая вам больше понравится, ее заказать, выбрать цвет и заказать, написав мне сообщение, и мы с вами подберем цвет пряжи и пряжу выберем для вязания этой юбочки. Также вот со своей стороны я могу порекомендовать пряжу Alize Diva Batik. У нее уже она тоже секционного окрашивания. Состав пряжи 100% микрофибра. Здесь вот 100% хлопок, но он не мерсеризованный. Вот еще есть такой вариант цвета. Я вязала образцы. Это все Bella Batik. Данную юбочку можно связать еще вот из этой пряжи Alize Diva Batik. У нее уже метраж 350 грамм. Ой, 350 метров в 100 граммах. То есть она на 10 метров ее больше получается, чем Bella Batik. И вот таким образом идет переходы от одного цвета в другой. Тоже неплохая пряжа, и она идеально тоже подойдет для вязания этой юбочки.
Таким образом выглядит узор после отпаривания. А вот этот образец я не отпаривала. Видите, абсолютно одна пряжа, один цвет, но образцы выглядят по-разному. Этот до отпаривания, этот образец после отпаривания. Какой вам образец больше нравится? Если вы хотите высказать свое мнение, напишите мне в комментариях под этим видео на канале YouTube. И, значит, обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. А в этом видео я хочу вам показать мастер-класс, каким образом вязать вот этот мотив, декоративную кайму подола юбки. И также вы увидите в видео подборку пряжи для вязания юбочки, которую вы можете выбрать, заказать и уже вязать. А если вы хотите, чтобы я организовала мастер-класс, то ставьте пальчики вверх, я пойму, что вам эта модель понравилась, и организую мастер-класс, чтобы вязать мне не одной, а вместе с вами. Мне так гораздо приятнее, что я не одна создаю такие замечательные, красивые шедевры. Давайте свяжем ее вместе с вами. И по количеству лайков я уже пойму, понравилась вам модель или нет. Если это не понравилось, будем искать другую. Вязать я с квадратного мотива, крючок 2,5. Читаем схему. Начальный ряд у нас будет нулевой, цепочка из 4 воздушных петелек. Набираем цепочку. 1 петелька, я ее затягиваю потуже. Ее не считаю. Пусть она будет тоже нулевой. Теперь приступаем. 1, 2, 3, 4. Соединила последнюю петельку с первой. Вот таким образом. Полустолбиком без накида. То есть через 2 петельки я протягиваю рабочую нить. Все. Начальный ряд связан. Первый ряд по схеме 8 столбиков без накида в кольцо. Вяжем первый ряд. То есть по кругу вот этого кольца мы вяжем 8 столбиков без накида. Приступаем к вязанию. 1 воздушная петелька. И далее я вяжу 8 столбиков без накида. 1. Столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И тоже соединительной петелькой я соединяю с первым столбиком без накида. Попутно спрятали вот этот хвостик, кончик от начала вязания, и вот его можно, вот эти ниточки, потом обрезать.
Вяжем второй ряд по схеме. Соединительная петелька, соединительный столбик, 10 воздушных петелек, потом столбик без накида первого ряда, 1 соединительный столбик, и в следующую петельку, то есть столбик без накида первого ряда, мы вяжем цепочку из 10 воздушных петелек. Приступаю к вязанию второго ряда. Так, вот я здесь, у меня уже был соединительный столбик, я с этого места и начну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цепочка из 10 воздушных петелек. Я соединяю ее с первым, то есть, который идет рядышком. Первый по счету столбик без накида первого ряда соединительным столбиком. В принципе, можно и столбиком без накида, но вот на схеме указано, что соединяется соединительным столбиком. Далее я вяжу в следующую петельку столбика без накида первого ряда еще один соединительный столбик, провязываю 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в следующую петельку, вершину столбика без накида, я вяжу 1 соединительный столбик. В следующую петельку, это столбик без накида первого ряда, вяжу 1 соединительный столбик. Набираю цепочку из 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соединяю ее с петелькой, с вершиной столбика без накида первого ряда при помощи соединительного столбика. В следующую вершину столбика без накида я провязываю 1 соединительный столбик и вяжу цепочку из 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяю при помощи соединительного столбика и следующую в петельку вершину столбика без накида первого ряда провязываю соединительный столбик. Вот такой вот цветочек у нас получился, когда мы провязали второй ряд по схеме. Читаю схему третьего ряда. 3 столбика без накида, 2 полустолбика, 2 столбика с одним накидом, 1 столбик с двумя накидами, 2 столбика с одним накидом, 2 полустолбика и 3 столбика без накида. Давайте приступим к вязанию третьего ряда. В арочку из цепочки, где у нас было связано 10 воздушных петелек, я провязываю первых 2 первых столбика без накида. Первый столбик, второй. Далее я вяжу 2 полустолбика с одним накидом. Таким образом делаю накид на крючок, захватываю рабочую нить. И у меня на крючке 3 петельки, я через них протягиваю нить. Получается у меня полустолбик с одним накидом. Второй полустолбик с одним накидом. 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. И вершина у нас лепесточка, это 1 столбик с двумя накидами.
Так, следующее у нас 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. 2 полустолбика с одним накидом. Первый полустолбик. Второй полустолбик. И 2 столбика без накида. И там, где у нас во втором ряду был соединительный столбик, мы в эту петельку провязываем 1 столбик без накида. Вот такой вот у нас лепесточек, цветочка получается. Следующее. В эту же, то есть во вторую арочку из цепочки из 10 петелек провязываем аналогичным способом. То есть первый столбик без накида, второй столбик без накида. Первый столбик, полустолбик с одним накидом, второй полустолбик с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом. 1 столбик с 2 накидами. Два столбика с одним накидом. Первый столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. 2 полустолбика с одним накидом. Первый полустолбик с одним накидом. Второй полустолбик с одним накидом. Два столбика без накида. Первый столбик без накида, второй столбик без накида. И вершину соединительного столбика я провязываю 1 столбик без накида. Связали мы уже второй лепесточек. Третий и четвертый вяжем аналогичным способом. Четвертый ряд. Такой вот веерочек из 3 столбиков с 2 накидами, между столбиками по 1 воздушной петельке, 3 воздушных петельки. И вершину столбика с 2 накидами 3 ряда провязываем цепочку из 5 воздушных петелек и соединяем вершину столбика с 2 накидами 3 ряда. 3 воздушных петельки и далее вяжем веерок. Я набираю 4 петельки подъема. Это у меня будет считаться за 1 столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Одну еще воздушную петельку провязываю для того, чтобы засчитать ее как воздушную петельку между столбиками. Далее 2 накида на крючок сделал и провязываю 1 столбик с 2 накидами. Первый, второй столбик связаны. 1 воздушная петелька, 2 накида на крючок. Провязываю третий столбик с 2 накидами. Цепочку из 3 воздушных петелек вяжу. 1, 2, 3. И эту цепочку я соединяю в вершину столбика с 2 накидами. То есть вот смотрите, 2 столбика идет у нас без накида, 2 полустолбика с одним накидом, 2 столбика с накидом и вот эта вершина столбика у нас с 2 накидами. Вот в нее я и провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же вершину столбика с 2 накидами 3 ряда я провязываю столбик без накида. То есть в вершине столбика с 2 накидами у меня получилось 2 столбика без накида. У них общее основание. 3 воздушных петельки. И между вот лепестками у нас здесь в третьем ряду был связан столбик без накида.
Вот вершину этого столбика без накида я провязываю 3 столбика с двумя накидами. Между столбиками с двумя накидами вяжу по одной воздушной петельке. Так, первый столбик провязала с двумя накидами, одна воздушная петелька. И вяжу второй столбик с двумя накидами. Видите, немножко вязание тянет. Вот если вы видите, что у вас есть вот такой вот изъян, что тянет вязание, попробуйте увеличить количество петелек. Вот если по схеме указано, что нужно вязать 3 петельки, то я свяжу 4 воздушных петельки, так как мне не нравится, что у меня тянет узор. Давайте попробуем, и я свяжу заново вот этот элемент, только уже с 4 воздушными петельками. 1, 2, 3, 4. И посмотрю, что у меня получится. Мы сейчас вот этот недостаток при вязании исправим. То есть, вот видите, я связала уже не как по схеме, а связала 4 воздушных петельки, и уже узор ложится лучше. Далее оставляем по схеме 5, арочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываю столбик без накида вершину второго столбика с двумя накидами третьего ряда. Здесь вот по схеме опять же указано, что нужно набрать цепочку из 3 воздушных петелек. Так как тянет узор, я буду набирать цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. На крючке у меня 2 накида, и я вяжу вершину столбика без накида между вот этими двумя лепестками. 1 столбик с двумя накидами. 1 воздушная петелька. Провязываю второй столбик с двумя накидами. 1 воздушная петелька. Провязываю третий столбик с двумя накидами. Вот видите, уже получше стал узор смотреться. Давайте посмотрим, как дальше у нас пойдет вязание. Вяжем следующий лепесток, второй по счету. Вместо 3 воздушных петелек я набираю 4. 1, 2, 3, 4. И вершину столбика с двумя накидами третьего ряда я провязываю 1 столбик без накида. И в эту же вершину сейчас мы провяжем второй столбик без накида, после того, как я свяжу цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем в эту же вершину второй столбик без накида. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючке. И вяжу первый столбик с двумя накидами. Провязываю я его вершину столбика без накида там, где мы вязали между вот лепестками в третьем ряду. У нас был один столбик без накида провязан. 1 воздушная петелька. В это же основание вершину столбика без накида третьего ряда провязываю второй столбик с двумя накидами. 1 воздушная петелька. В это же основание вершину столбика без накида третьего ряда провязываю третий столбик с двумя накидами. Вот видите, как уже хорошо получается, ничего не тянет, не морщится. Продолжаем вязание до конца четвертого ряда. Заканчиваю вязать четвертый ряд. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И последнюю петельку цепочки я соединяю с петелькой четвертой. Это петелька подъема у нас было. 1, 2, 3, 4. Вот в четвертую петельку я ввожу крючок и соединительной петелькой соединяю 2 петельки вместе. Четвертую петельку с четвертой. Переходим к вязанию пятого ряда. При помощи соединительных петелек либо полустолбиков соединительных я
перехожу к началу вязания 5 ряда. То есть в воздушную петельку между двумя столбиками с двумя накидами я провязываю один соединительный столбик. В вершину столбика с двумя накидами я провязываю второй соединительный столбик. То есть в петельку воздушную между столбиками вторым и третьим я провязываю еще один соединительный столбик. И в вершину третьего столбика с двумя накидами четвертого ряда провязываю один соединительный столбик. В первую петельку цепочки, там, где у нас была связана цепочка из четырех воздушных петелек, я провязываю еще один соединительный столбик. Все, вот с первой петельки у нас начнется, то есть с первого соединительного столбика, после первого соединительного столбика начнется начало вязания пятого ряда. Вяжу цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю ее при помощи столбика без накида. И вяжу цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И эту цепочку я соединяю опять же в вершину вот этой арочки. И у нас получилось, что в этой арочке, в вершине арочки, связано 2 столбика без накида. Таким образом мы будем вязать в первом лепесточке и в третьем. То есть вот здесь и здесь. Во втором и в четвертом способ вязания немножко отличается. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем один столбик без накида в первую петельку крайнюю от первого столбика с двумя накидами четвертого ряда. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И первую петельку после третьего столбика я провязываю один столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину арочки, где у нас было связано в четвертом ряду 5 воздушных петелек, я провязываю один столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяю эту цепочку в первую петельку цепочки от крайнюю от первого столбика с двумя накидами. То есть вот обращаю ваше внимание, что в первом лепестке мы вывязываем вот такую арочку, а во втором уже лепестке вот этой арочки из 5 воздушных петелек нет. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в первую воздушную петельку цепочки после третьего столбика с двумя накидами четвертого ряда провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем эту цепочку с вершины арки из 5 воздушных петелек четвертого ряда. Сейчас мы будем в третьем лепестке вывязывать вот такую вот цепочку и соединять ее, что получилось у нас арочка. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же арочку провязываю второй столбик без накида. Получилось вот у нас вот два параллельные друг другу два таких лепестка. То есть вот здесь вот есть арочки из воздушных петелек, а здесь с этой стороны нет, их не будет.
5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю при помощи столбика без накида. Столбик без накида вяжу в первую петельку цепочки, крайнюю петельку от первого столбика с двумя накидами четвертого ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. И соединяю ее столбиком без накида. Столбик без накида вяжу после третьего столбика с двумя накидами. То есть вот в эту воздушную петельку провязали один столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь вот у нас напротив нет арки. Значит, и здесь мы тоже эту арочку вязать не будем, а просто цепочку соединим столбиком без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем ее с крайней петелькой перед столбиком с двумя накидами в четвертом ряду. Связали мы с вами. Так, еще вот здесь надо цепочку. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем ее при помощи соединительного столбика. Вот у нас получилось вот такой вот элемент, мотив. Связали мы 5 рядов. Приступаем к вязанию 6 ряда. Для начала вязания я поднимаюсь при помощи соединительного столбика. Вяжу соединительный столбик в первую петельку цепочки. 3 воздушных петельки подъема. И вот в эту арочку провязываем 5 столбиков с одним накидом. Вы можете вязать в каждую петельку цепочки вот таким образом, по одному столбику с одним накидом. Вот давайте я покажу вам, каким образом. То есть я покажу вам сейчас 2 способа вязания 6 ряда. Вот вы можете связать в каждую петельку цепочки по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 5 столбиков с одним накидом. 3 петельки подъема засчитываются как за один столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Я связала. Далее смотрим. Здесь, если у нас идет вот такая вот арочка из 5 воздушных петелек, то в эту арочку надо провязать 2 столбика, первых 2 столбика с одним накидом. Далее вяжем 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И опять же в эту же арочку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Получается, в арочке связано 4 столбика с одним накидом. Между двумя столбиками цепочка из 3 воздушных петелек. Сейчас я вам покажу второй способ вязания 6 ряда, каким образом бы вязала я. Я не люблю вязать долго, я хочу, чтобы вязать быстро. Вот смотрите, я просто в эту арочку буду вязать 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, как быстро я провязала их. Если вам нравится мой способ, вяжите моим способом вторым, либо первым, как вам больше нравится, в каждую петельку цепочки. И в следующую арочку из 5 петелек мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Все, провязали. В эту арочку мы провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. А теперь смотрим, что у нас здесь было связано в вершине вот этой арки всего лишь один столбик без накида. Вот вершину столбика без накида я провязываю один столбик
с одним накидом. Две воздушных петельки и в эту же вершину провязываю второй столбик с одним накидом. То есть у нас два столбика с одним накидом с общим основанием. Между столбиками две воздушных петельки. Вот они. Две воздушных петельки. И далее продолжаем вязать. Опять же, в каждую арочку по 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали 5 столбиков с одним накидом. В следующую арочку вяжем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Еще 5 столбиков провязали с одним накидом. И в следующую арочку 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Там, где у нас лепесточек, где есть вот такая арочка из 5 воздушных петелек, мы вяжем с первых 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Между вот, то есть далее идет 3 воздушных петельки, и в эту же арочку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Получается у нас в одной арочке 4 столбика с одним накидом. Сначала вяжем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки и еще 2 столбика с одним накидом. В следующую арочку цепочки провязываем также 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. И уже во вторую арочку соседнюю провязываем опять 5 столбиков с одним накидом. Все просто и быстро вяжется мотив. И вот в эту арочку еще провязываем 5 столбиков с одним накидом. То есть получается у нас на одной грани 3 раза повторяется 5, по 5 столбиков с одним накидом. Здесь вот в вершине арки у нас связан один столбик без накида. Значит, мы вершину этого столбика без накида 5 ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и в это же основание вершину столбика без накида 5 ряда провязываем 2 столбик с одним накидом. Все, вот у нас получается этот лепесток, то есть первый, он похож на третий, и второй на четвертый. Они вяжутся. Второй и четвертый одинаково вяжутся, и первый с третьим. Так, в следующую арочку мы вяжем опять же 5 столбиков с одним накидом. И еще одна заключительная арочка у нас осталась. Мы вяжем еще одну партию столбиков с одним накидом. Все. Соединяем 5 столбик с 3 петелькой подъема, соединительной петелькой. То есть вот у нас получился вот такой вот мотив мы связали. Давайте я его оставлю так, пока замеры я сделаю после того, как данный образец я отпарю. Вот обратите внимание, какой вот он сморщенный, такой немножко бесформенный. Потом я вам покажу вот этот же мотив уже после отпаривания. Как он заиграет уже по-другому и покажет всю свою красоту. Количество мотивов для юбки вы вяжете уже по своему желанию и усмотрению. Если, то есть вот этот вариант юбки, вот эту модель, которую вы видите на фото, ее можно связать миди, макси,
То есть длину, которую вы хотите. Если вы хотите длинную связать, то рассчитывайте, какой должен быть шаг. То есть количество вот таких мотивов нужно связать достаточно для того, чтобы вы могли сделать шаг. Если связать юбку ниже колена, то опять же тоже имейте в виду, что, конечно, оно это вязаное полотно легко поддается растяжению, но все равно она должна быть вам комфортна при ходьбе. И рассчитывайте уже то количество мотивов, которые вам необходимы для того, чтобы юбка вам не составляла дискомфорт при ходьбе. Рассчитывайте количество мотивов по своему типу фигуры и размеру. Можно связать расклешенную, прямую, мини, макси, миди. То есть это уже все на ваше усмотрение, по вашему желанию. Кому какая больше нравится. Рассчитывайте количество мотивов. То есть юбка вяжется снизу вверх. И вот уже по своему желанию и на свой размер надо рассчитать нужное количество мотивов, чтобы уже определиться, какая ширина юбки у вас будет. Каждый подбирает себе модель индивидуально, потому что у всех разные вкусы и взгляды на красоту. Мотив мы связали. Давайте я сейчас вам покажу, каким образом перейти от мотива в общую длину юбки. То есть будем вязать основное полотно, назовем его телом юбки. А вот это то, что мы связали, это у нас был просто декоративная кайма. То есть это украшение юбки, низ юбки. Чтобы не обрывать нить, я соединительными полустолбиками дошла до начала вязания основного полотна тела юбки. Вот давайте я вам покажу здесь на образце. Давайте сначала на схеме я вам покажу, каким образом соединяются между собой мотивы. Край юбки будет неровный. Он будет такой вот зигзагообразный. И мотивы соединяются между собой. Вот здесь вот начальный первый столбик, да? То есть вы провязываете вот все по периметру, то есть задействованы две стороны квадрата, и доходите до начала цепочки из трех петелек и переходите уже к следующему мотиву, который вы привязываете вот к этому при помощи столбиков с одним накидом. То есть здесь тоже пропускаете цепочку из трех воздушных петелек и в первый столбик с одним накидом провязываете вот продолжение вот этого первого ряда основного полотна юбки. Показываю вот здесь на образце. То есть я, если бы начала вязать юбку, то я, каким образом я стала соединять. То есть вот провязываю первую грань квадрата, вторую грань квадрата, довязываю до начала вот цепочки, вот здесь останавливаюсь. То есть начало у меня, то есть после цепочки первый столбик, а здесь наоборот, до цепочки. Беру другой мотив, второй, и опять же вяжу уже отсюда, то есть у другого мотива, продолжение, задействованы две стороны квадрата. И таким образом соединяются между собой мотивы. Приступаем к вязанию основного полотна тела юбки. Вяжу вам, показываю мини-версию на одном мотиве, каким образом вяжется первый ряд. Давайте я даже вам покажу, как вяжется первых два ряда, а там уже проще. Вы потом поймете. Так, вот три воздушных петельки подъема, и в каждый столбик с одним накидом вершину столбика с одним накидом
провязываем по одному столбику с одним накидом. Прям в каждую вершинку столбика с одним накидом последнего ряда мотива провязываем. Юбка это вяжется очень быстро и легко. Самое главное подобрать красивую пряжу для вязания этой юбки. И будет у вас потрясающая, красивая и нарядная вещь в вашем гардеробе. Так, дошли до цепочки из двух воздушных петелек. В арку цепочки провязываю один столбик с одним накидом. Две воздушных петельки. И опять же в эту арочку вяжу второй столбик с одним накидом. И вторую грань квадрата мы вяжем так же, как первую. В каждую вершину столбика с одним накидом. Так у нас получается. Шестого ряда я провязываю по одному столбику с одним накидом. Так, доходим до начала цепочки. Все, останавливаемся до начала воздушной цепочки из двух воздушных петелек. Берем следующий мотив и вяжем столбики с одним накидом уже в следующем мотиве, там пропускаем вот эти две воздушных петельки и в первый столбик с одним накидом вяжем столбики с одним накидом. И у нас получается начало тоже юбки зигзагообразное. То есть будет подол юбки зигообразный и сама юбка будет им связано узором зигзаг. Каким образом вяжется второй ряд? Давайте я вам покажу сразу же, когда вы свяжете первый ряд, я вам покажу, каким образом вязать второй ряд. Юбка вяжется по кругу. Я развернула вязание, а вы, если будете вязать юбку, то юбка вяжется по кругу. Ну, чтобы есть пряжа, которая косит, то есть видно, что смещение идет узора, чтобы исключить вот это смещение, есть такая хитрость небольшая у вязальщиц. Если вы видите, что пряжа косит, и узор у вас наклоняется либо влево, либо вправо, это, конечно, очень некрасиво смотрится и заметно невооруженным взглядом, то можно вязать поворотными рядами. То есть с одной стороны, потом поворачивайте с другой. Вот каким образом вяжу сейчас я. Я развернула образец и вяжу в другом направлении, в обратном. Это называется поворотные ряды. И если вы будете вязать поворотными рядами, в том случае, если у вас узор косит, то вы таким образом сможете избежать вот этого недочета. Там, где у нас две воздушных петельки, провязываем столбик с одним накидом. Вершину
вот этой арочки, 2 воздушных петельки и второй столбик с одним накидом опять же в эту арочку. То есть у нас в арочке связано 2 столбика с одним накидом, и все. И каждый ряд повторяется как один. То есть все ряды вяжутся одинаково по кругу, либо прямыми поворотными рядами. Доходите до линии бедер и делаете убавочки. Давайте я покажу вам, каким образом делать убавочки. То есть вы можете рассчитать и либо сделать выкройку, либо уже так по замерам. Просто вяжите 2 столбика вместе с одним накидом с общей вершины. Вот таким образом. Связали один столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом. 3 петельки вместе соединили. У вас получился 2 столбика, но с общей вершиной. Таким образом вы делаете равномерные убавки, чтобы перейти к линии талии. И у вас уже будет красивая юбка по вашему типу фигуры. Кому-то надо будет больше прибавок, убавок сделать, кому-то меньше. У всех все индивидуально. Ваши размеры имеют огромное значение и роль, сколько убавок необходимо сделать для того, чтобы потом связать пояс юбочки. То есть количество убавок вы рассчитываете уже в процессе вязания, замеряете полотно, и просто математика здесь в помощь. Уже рассчитывайте, сколько убавок нам нужно сделать и на какую высоту. Так, довязал. Сейчас я отпарю образец и покажу вам уже конечный результат, каким образом смотрится узор. Я отпарила образец. Такая у меня нежнятина получилась. Очень нежный цвет. Персиковый и розовый. Давайте я сделаю, выполню замеры образца. Может быть, кто-то будет уже вязать из этой пряжи. И чтобы вам не вязать образец, вы сможете воспользоваться моими замерами. Значит, от одной грани квадрата до другой 8 сантиметров. То есть я не буду растягивать, так как равно, то есть вот ровно 8 сантиметров получается мотив. То есть мотив у нас имеет форму квадрат, диагональ, так, 11 сантиметров. Это вам для удобства расчетов. Возможно, вы будете вязать из той пряжи, которую вязала я. Если посмотреть по рядам, то один ряд у этой пряжи, если вязать этой пряжей, 8 миллиметров. Высота ряда. А сколько же столбиков с одним накидом? Давайте, вот 3 столбика с одним накидом в 1 сантиметре. Давайте, значит, повторюсь, что я вязала пряжи Белла. Белла Батик. Производство, торговая марка Ализе, страна производства Турция, турецкая пряжа. И крючок в данном случае я использовала 2,5 миллиметра. Также можно вязать крючком номер 2, 2,5, 2,25. Эту пряжу. Состав пряжи 100% хлопок. Это не мерсеризованный хлопок, а обычный, мягкий такой. Секционного окрашивания. Длина, значит, у него каждого цвета, она, ну, не такая длинная. Бывают секции гораздо длиннее. Сейчас я вам уже в начале видео показывала еще одну пряжу. Это Дива.
Дива Батик, у нее секции, на мой взгляд, все-таки длиннее. И метраж у этой пряжи 50 грамм 180 метров. Такая замечательная пряжа. Схему вы найдете в конце видео. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Он был доступен и понятен. Не забывайте подписываться на канал. А самое главное, включайте колокольчик. Только тем подписчикам приходит уведомление о выходе новых серий, мастер-классов и других видео, которые я публикую на своем канале. Если у вас не включен колокольчик, то вы не получите уведомления о том, что у меня вышло новое видео на моем канале. Включайте колокольчик, и вы будете в курсе всех новостей и следить за мастер-классами моими и другой очень важной и полезной информацией. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых мастер-классах.